А я пришла с магазинов, хочу показать в очередной раз, что купила. Обзор покупочек. Купили читос, сметана и лук. Большая упаковка. Сколько здесь грамм? Короче говоря, большая пачка. Следующая это елка. 99 рублей цена в фикс-прайсе. 1 метр. Большая елка. Сегодня или завтра будем наряжать ее. Для этого купила в фикс-прайсе шарики вот такие вот. 6 штук. Большого размера. Ну, не сильно большого, среднего размера, так скажем. 6 штук. И вот такие еще. Звездочки. Также были елочки. И цвета были разнообразные. У меня здесь зеленка. Порезала пальцы. Вот. 51, 51, 99. Следующее, что я купила. Представляете, блокноты еще есть в наличии в магазине Fix Price. Купила два одинаковые. Только картинки разные. Такие классные блокнотики на подарки. Это я купила. Суперские. Че, Данечка? Вот такие классные блокнотики. Все-таки успела я их купить. Хотела купить. Думала, сегодня пошла, разобрали. Ничего не будет. Но в итоге две штуки последние такого вида забрала. На подарки. Следующее, что я купила. Мишуру. Посмотрите, какая классная. Очень красивая такая. Яркая, в голубом цвете. Как шарики. Это у меня будет в одной расцветке. Буду наряжать елочку. Все у меня будет в одной тематике. Следующие покупки из пятерочки. Упаковочная бумага вот такая. Даже не бумага, а пленка. Она непрозрачная, с рисуночком детским. Дед Морозы, елочки. Вот такая. Даже не знаю, сколько стоит. Потому что мы хотели посмотреть на аппарате специальном, где цены проверяют. Но не показывал штрих-код. Так что взяли так, без цены. Следующие. Вот такие вот. Так, что это? Готовый завтрак с корицей. Синий минис. Будем просто кушать, либо добавлять в молоко. Да, Кирюш, ты будешь? И следующее это мандарины, похоже это. А нет, апельсины. Апельсины, похоже, здесь килограмм. 49 они по акции стоили. Недорого. Мы купили одну упаковочку. Следующее это яблоки. Голд. Желтенькие вкусные яблочки. По-моему, здесь килограмм был. Даниссимо творожный. 32. Затем каша овсяная. Панакота. И карамельная панакота. Две штучки. 17 рублей за одну. В магните это. И вот такие еще. Каша тоже овсяная с клубникой уже. Такие, по-моему, по 10 рублей или по 7. Очень дешевые. Следующее, что мы купили. Скумбрия мне нужна была для салата. И сок. Мультифрукт. Пятерочки по акции 39 стоил. Затем зашла я в аптеку. Купила аскорбиновая кислота с глюкозой. Влад уже одну себе забрал. Это для Влада я купила. Для детей есть специальные витаминки. Желтенькие. Ревит, как они называются. Пластыри. Так как у меня пальцы все порезанные, нужен был пластырь. И зеленка. Какая-то новая зеленка. Сказали, с какой-то пипеткой. С лопаткой. Открою, посмотрю, что там за лопатка. До этого мы покупали обычную зеленку. Вот такая лопатка здесь идет. Что удобно будет мазать. Не нужно ватные палочки использовать. Удобная зеленка. Первый раз такую вижу. Покупали раньше обычную. И еще перекись водорода. Тоже пригодится. В аптечке должна быть. У нас закончилась. Вот такие покупки были сегодня у нас небольшие. Смотрите, какие они на вид. Синие мини-смартфели. Вот.
такие вот они вкусненькие. Даня попробовал, сказал, что очень вкусные. Они пахнут корицей, сладкие. Вот как их можно кушать с чем? С молоком, с водой, с фруктами, с соком, наверное. Белковый продукт. Очень-очень вкусно, нам понравилось. Будем такие теперь покупать. Безбашенные квадратики. Квадры. Ну как? А дайте я попробую. Да? Такие сладенькие, вообще прям вкусняшки. И маленькие. И маленькие такие. Вкусные-вкусные. Сколько вкусов. Будем такие покупать теперь? Попробуй, Владик, вообще такие вкусные, реально классные. Да. Вот, Кирилл себе наложил. Это я придумал. Я Дане такое вот блюдо... Ты придумал? Да. Молочко добавили и синий минис. Вот такая получается вкусняшка, да? Вкусный, Дань? Тебе понравилось? Танечка, а тебе понравилось, мама? Конечно. Еще сок. Всем привет! Я сейчас решила нарядить елку. Купила вчера в фикс-прайсе за 99 рублей. Вот она стоила. Елка искусственная на подставке. 1 метр. Там были также, по-моему, 70 сантиметров. А это большого размера метр. Так, вот такие подставочки сразу идут. Но они мне не нужны будут, так как я буду украшать. В горшке буду делать. Такой горшок нашла у себя. Это не из фикс-прайса. Из другого магазина. Такой красивый, золотистый, красный, новогодний такой горшочек. Также для горшка купила губку в фикс-прайсе. Вчера ходила декоративная, флористическая губка для создания композиции живых цветов. Тут даже так написано, основа для новогодней елки. Вот сейчас буду в горшок, она не помещается, я уже пробовала. Буду разрезать и засовывать туда, потому что, чтобы она стояла устойчиво, елка. Сначала хотела сюда залить какой-нибудь раствор, цемент, либо что-нибудь другое в магазине строительном посмотреть, но не буду заморачиваться, это все. Купила губку, разрежу, поменьше сделаю, сюда засуну и также насыплю, так, что-нибудь насыплю сюда и будет устойчиво нормально стоять, потому что елка легкая, не сильно тяжелая, я бы сказала, так что будет, надеюсь, держаться. Так, дальше шарики купила еще вчера, я ходила. В обзоре вам показывала такие шарики. 6 штук в упаковке. 51 рубль стоили. Извините за мой голос, потому что я болею. Немного приболела перед Новым годом. Ну вот как-то так. И также такие еще купила я. Звездочки. Решила в этом году у меня будет елка такая голубая. Зимняя елочка. Также мишура голубая тоже. Под цвет шариков. Надеюсь, сочетаться будет. Кстати, на камеру кажется, что синий цвет, но на самом деле вот такой цвет, голубой. Почему-то на камеру кажется синий. Отсвечивает. Вот. И еще одну елку нашла. Тоже достала уже. Она в таком горшочке сразу идет у меня. Ну, практически наряжена с того года еще осталась. Но я еще ее вот такими шариками украшу, красной нашла. Эта елочка у меня будет в красном цвете. Это в голубом. Так, вот такой еще шарик нашла я, голубенький. Тоже красивый. Остальные все разбились. У нас стеклянные практически все были. Мы уронили коробку, корзинку, вернее, вот с игрушками. И у нас практически все игрушки разбились. Будем довольствоваться тем, что есть. В этом году мы решили не будем наряжать большую настоящую елку покупать, так как мы уезжаем. В этом году мы решили справлять Новый год вместе с родственниками.
Все родственники у нас живут в Башкирии. А в Челябинской области мы живем здесь одни. Никого из родственников у нас тут нет. Поедем туда специально, чтобы встретить Новый год. И поэтому мы не будем наряжать дома елку. Так как мы приедем с Башкирии числа 4-го, 5-го, а уже Новый год закончится, смысла нет наряжать елку дома. Там они, надеюсь, тоже будут наряжать. И не одну, потому что у нас там родственников много. И будем маленькую сегодня, сегодня наряжать с вами. Маленькую ставить, даже две маленьких. Такая будет в красном цвете и в голубом цвете. Ты опять фурчишь, внучек? Послушайте опять. Так еще громко фурчит. Надоело я тебе, да? И спит на таком плитике из фикс-прайса. Ему очень понравился. Он такой мягкий, коту понравился. Вот теперь только на нем и спит, на стульчике. И ночью, и днем, весь день на этом плетике. А я вам хочу показать, какие мы купили детям подарки. Так, у нас сразу свет загорается здесь, как датчик движения стоит. Как только я дверь открываю, загорается. Вот хочу показать, я уже спрятала под кофту, вот закрыла кофтой все это, чтобы дети не заметили. Это подарки от Деда Мороза будут. Под елочкой стоят, в детском мире покупала, вчера ходила специально. Вот посмотрите, такие машины будут. Это, наверное, Хаммер красный. Джип на радиоуправлении. Это Данин. И там внутри еще Кирилла лежит. Гонка такая оранжевая. Он сам в магазине себе выбирал. Даня сначала хотел Лего, как вы помните. Но передумал, тоже захотел такую же машину, как Кирилл. Такие подарочки будут на Новый год числа 4-5. Под елочку положим. И дети уже приедут и будут лежать у них подарочки готовые. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. А я уже, посмотрите, елку поставила в горшок, насыпала наполнитель для кошачьих туалетов, нашла, только больше ничего нет. Но пойдет тоже, красиво смотрится, может что-нибудь там белое положу сюда, да и так тоже красиво смотрится. Самое главное, чтобы кот туда не сходил в туалет. Это сейчас самое главное. Так, и что, теперь будем украшать? Так, нужна еще гирлянда мне будет. Так, сейчас гирлянду еще принесу. И вот посмотрите, что у меня получилось. И на верхушке звезда. Она пока у меня временно не горит. Нужно купить батарейку. Эта звезда тоже из фикс-прайса. Буду менять батарейку, потом будет она тоже гореть. Гирлянду я уже включила. Посмотрите, какая красота получается. И не скажешь, что она стоит 100 рублей. Вполне нормальная елочка в горшочке. Теперь последний штрих. Мне нужно приклеить на горячий клей вот такие вот штучки. Я уже сделала, это тоже мишура из фикс-прайса. В таком серебряном цвете, так как у меня там еще серебряный цвет присутствует, решила сделать такие. Тоже красивые бантики.
И также нашла еще вот такую игрушечку. Это снежинка из Фиктрайса. Тоже она горит. Нужно поменять батареечки. Здесь. И еще буду бантик делать. Вот нашла бантик. Вот такой вот яркий, голубенький, блестящий. Чтобы звездочка смотрелась красивее, буду делать на верхушку. Поменяла вчера, сходила клеевой пистолет на новый. Тот у меня, как я вам сказала, когда делала адвент-календарь, сломался. Вернее, он вообще не нагревал. Вот заменила, поменяли, быстро поменяли на новый. Даже чек не потребовали. Так что тоже меняйте. Меняют в Фикспрайсе. Такая елочка у нас теперь стоит в зале. Посмотрите, какая красота получилась. Возле сейфа. Это у нас сейф железный. Так что вот такая красота будет теперь у нас стоять. Кот уже заприметил это все. Но еще пока не лезет сюда. Не расчухал, наверное, что здесь наполнитель лежит. Надеюсь, что нормально будет. Ну а здесь на кухне у нас будет стоять такая елочка, маленькая, красным цветом. Все игрушки в красном расцветке, в красной. И здесь притаился Дед Мороз. Пока не видно, что горят лампочки. Тоже из Фикспрайса вот эта гирлянда красная. Также такие же тоже бантики сделала, приклеила на горячий клей. Еще вам потом вечером покажу, так будет лучше видно. И апельсинчики. Сразу новогоднее настроение поднимается. Всем привет еще раз. Я уже елку нарядила, пошла по делам. Так скажем, покупать подарки для родственников. Потому что мы уезжаем. Нужно все успеть, потому что сегодня у нас уже 21 число. Нужно все успеть. Так что иду за подарками. Ну и по делам также зайду. Еще с вами увидимся. И вот так елочка смотрится при освещении. Посмотрите. Дед Мороз. Гирлянда фикспрайсовская. В красном цвете все. И вот так у нас сегодня прошел день. У нас уже вечер, поздно. Я вам говорила, что я пошла за подарками для родственников покупать. Показывать я их не буду, потому что все родственники мой канал смотрят. И чтобы они не увидели, что я купила, показывать не буду. Может быть, покажу, когда приедем на место. Вот, и будем скоро ложиться спать. Дети пришли с детского сада, увидели елочку. Вам понравилась елочка? Вот обалдела! Обалденная? Даня говорит, обалденная елочка. Да, Дань? Классная, да? Ну-ка иди свет выключи, сейчас будем снимать, как она в темноте еще смотрится. Мы не показывали. Иди выключи свет. Ладно, ладно, Дань. Сейчас вам покажу, как смотрится. Вот так смотрится в темноте. Посмотрите, какая красивая. Ой. И погасла. Смотри, я показываю, она погасла. Да, Кирюш? Кирюш, отойди, я не видно ничего. Да вы как его упадете? Красивая?